Жека! А не твой бы уже лежал под этим. Низу. Слава ВДВ. На правый борт. ВДВ, Слава. Отношения уже, ну я рад, что ребят все-таки, во-первых, что откликнулись все, во-первых, во-вторых, ну для нас это важно, что они, ну вот те парни, которые действительно там повоевали, они не забыли свой вот этот вот торжественный день, и все равно продолжают, но продолжают уже не на каком-то автомате, а под флагом Украины, под теми лозунгами, за которые, в общем-то, мы сражались, воевали, и ребятам респект полный. Я только полнейшее уважение, жму всем руку, всем добра, здоровья, мирного неба, и как они, хлопцы-десантники, говорят, чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок. Алло, записывайте номер телефона. Слуга. Иди, ты должен накладывать всем. Слуга слуганского народа. По поводу накладывать. Депутат. А можно половину меньше? Нельзя. Нельзя. Не дождетесь. На самом интересном. Я десантник, служивший при Советском Союзе, 88-90, тогда была единая страна, и казалось, братство десантников неизменно. Так получилось, что наши российские братья, коллеги-десантники, столкнулись мы с ними под Иловайском, с псковской десантурой. И все, отношение поменялось, конечно. На этой войне за независимость Украины я познакомился с людьми, побратимами-десантниками, которые защищали независимость Украины, пока не на словах, а на деле показали свою любовь к родине. 80-я аэромобильная бригада – это люди, с которыми я воевал плечо к плечу. У меня там очень много друзей. Есть друзья, о которых буду помнить, которые остались на Луганщине. Тайфун в том числе. Это не просто побратимы, это братья. Я тоже не буду ничего. Я от всей души поздравляю побратимов, настоящих десантников, которые боролись за независимость Украины, с этим праздником. И пламенный привет нашим российским братьям.